Капсульный отель. Комнату заливает красным светом. Начинают какие-то страшные звуки издавать. Туалета тут тоже нет. В принципе, да, на пару часов можно перекантоваться в космическом кораблике. Бюджетно, я бы не сказал. Но какие альтернативы у вас ночью в аэропорту? Что делать, если вы прилетели в аэропорт ночь? У вас пересадка несколько часов или еще никакой транспорт не ходит? Есть выход? Капсульный отель. Давайте посмотрим, что это такое на примере города Екатеринбурга и аэропорта Кольцово. Я уже заранее забронировал себе номер. Поглядим, сработало ли это. Вот и он, видимо. Я бронировал с 5:10 до 9. А там 1300. Дверь изнутри закрывается вручную, открывается через кнопку справа, синюю. Ну, зарядочка там вот можно воткнуть сюда. Не делал ничего, просто подушечка, да, там? Будильник или что-то типа того, как я там? 9:40, получается, я уже должен... Валить. Ага. Так, а вот эти ящики, это дополнительная какая-то функция? Нет, можете оставить сумку, если нужно. Ага, но они закрываются, нет? Просто, да? Так. Хорошо. Придется оставить на улице тапки. Сейчас устроим обзор капсулы. Итак, что же здесь есть? У нас есть подушка. Эргономичная. Дурашка в космической капсуле, но выполнена из такого легкого-легкого пластика. Телевизор. И что-то типа управления космическим кораблем. Смотрим, что же здесь есть. Здесь у нас есть часы, видимо, с будильником, но почему-то они идут неправильно. Режимы вентиляции. Вот она дует сейчас. Пробуем попереключать. Так, меньше дует. Так, вообще практически не дует. Визиточки такие плотно картонные. Выход для наушников, USB-шка, зарядка. Здесь аналогичная штука, розетка. Две вешалки по бокам. И еще даже есть сейф. Правда, он закрытый. Коды я не знаю. Ну ладно, сейф мне не понадобится. Здесь есть прикольные такие штуки. Освещение для чтения. Вот оно. Оп, его нет. Вот такой антураж у нас здесь. Есть режим сна. Глядите. Все, мы спим. Темно. Но правда, звукоизоляция не очень. Все слышно, что происходит снаружи. Ну, поспать, я думаю, вполне можно. Если вам нужно переждать несколько часов до пересадки, или вы прилетели, как я, рано-рано утром, еще ничего не ходит, такси дорого, да и куда спешить. В принципе, да, на пару часов можно перекантоваться в космическом кораблике. Включаем свет, стало повеселее. Давайте попробуем включить телек. Здесь есть инструкции, такой корзиночек, наушничек, никому не мешать, естественно. И пульт. Wi-Fi здесь тоже есть, вот он. Стоимость этой капсулы зависит от того, сколько времени вы проведете в ней. Я взял 4 часа, и у меня получилось 300 рублей в час. То есть за 1200 4 часа здесь можно посидеть. Если меньше часов, то дороже стоимость. Если часов больше, то стоимость ниже за час. Бюджетно, я бы не сказал. Но какие альтернативы у вас ночью в аэропорту? Давайте посмотрим наш любимый канал Saint P TV.
Кстати, туалета тут тоже нет. Приходится в аэропорт выходить. Это лампа будильника. Я не смог завести здесь будильник, потому что здесь часы неправильно идут. Мне представляется, что это выглядит как-то. Комнату заливает красным светом. Начинают какие-то страшные звуки издавать. Ну, чтобы ты встал и покинул свою капсулу. Ведь ты заплатил только за то время, которое ты тут лежишь. Ну, мне кажется, это как-то так всегда происходит. Все, время отдыха подошло к концу. Можно выезжать из нашего отеля. Так все просто.